А на фасаде Института государства и права Тюмгу сегодня появился стрит-арт в поддержку строительства кампуса. На стене изображение губернатора Александра Мора выполнили работу активные студенты из разных вузов, которые принимали участие в фокус-группах и онлайн-голосовании. Не так давно в телеграм-канале вышли стикеры с губернатором Тюменской области. Художники вдохновились их созданием, и было принято решение, что граффити будет именно с губернатором Тюменской области. Своим арт-объектом они хотят показать, что поддерживают данный проект. И хотели бы, чтобы жители Тюмени тоже приняли участие в создании и в судьбе будущего кампуса.